Скини – одни из самых экзотичных видов морских свинок. При этом главным отличием от их других собратьев является отсутствие шерсти. Также эти питомцы не вызывают аллергических реакций и практически не имеют запаха. Администратор контактного зоопарка Наталья Казакова рассказывает, как содержать этого экзотического зверька и из чего состоит его рацион питания. У них всегда должно находиться сено в доступе. В первую очередь еще обязательно должны быть в рационе свежие овощи, фрукты, зелень. Скини почти не имеют шерсти, поэтому очень важно оборудовать для них комфортный и уютный домик. На ощупь кожа свинки кажется почти горячей, ведь температура тела около 38 градусов. Но все же эти питомцы очень чувствительны к перепадам температур, поэтому содержать их лучше не в открытой клетке, а в террариуме. Для поддержки высокой температуры тела морским свинкам необходимо много есть. Так как это, опять же повторюсь, грызун, он всегда должен что-то жевать, потому что у них постоянно растут зубы на протяжении жизни, они должны их стачивать. И у них в организме всегда должна находиться вот именно эти пищеварительный процесс. Еда должна всегда находиться в доступе. Морские свинки склонны к таким болезням, как ожирение и сахарный диабет. Так что владельцам рекомендуется заранее установить режим питания для домашнего животного. Оптимальный вариант рациона – это 60% сена, 20% сочных кормов и 20% твердой еды в виде зерновых, печенья и фруктов. Кормить питомца кормами нужно два раза в день.